вкусное и сытное блюдо. Попробуйте, это отличный вариант закуски для целой компании. Вам точно понравится, это буквально беспроигрышный вариант, бутерброды получаются сытными и сочными, советую. Этот простой рецепт бутербродов с курицей и шампиньонами – настоящие сокровища. Вам точно понравится, ведь такое блюдо можно и своим родным готовить, и в качестве оригинальной закуски к праздничному обеду или ужину подать гостям. Рекомендую. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Подготовим наши ингредиенты. Багет разрежем на две части, смажем половинку каждого маслом, посыпаем специями и запекаем обе половинки до румяности. 2. Теперь дело за малым. Сделаем начинку. Соединим мелко нарубленное филе. На сливочном масле обжарим его на растительном масле. Добавим грибы. 3. Когда обжарим, добавляем все остальные ингредиенты. Тушим на небольшом огне до готовности. Сыр добавляем так, чтобы начинка получилась вязкой и густой. 4. Выкладываем начинку поверх багета. Готово. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот что нам понадобится. Багет французский, 1 штука. Шампиньоны, 6 штук. Латук, 1 штука. Курица, 300 грамм. Чеснок, 1 зубчик. Масло оливковое, 2 столовые ложки. Масло сливочное, 1 столовая ложка. Тимьян, 1 столовая ложка. Соевый соус, 1 столовая ложка. Специи, по вкусу. Сыр тертый, по вкусу. Количество порций, 4-5. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Друзья, жду вас снова.